Всем доброго времени суток. Давненько что-то я на карасика не ходил и решил сегодня это дело исправить. А то все по речкам тут шастал в забродку. То с тинкарой, то с мормышингом, то вообще не пойми с чем, типа кирью. Ладно, значит, замешиваем сегодня мы что? Быстрый выстрел для карася. Красный. 50 миллилитров. И решил чего-то еще. Карась дикая битва. 918. Сюда подмешать. И вечерок так посижу. Тоже 50. Так, сейчас нам надо сюда добавить глютенчика. Какого? А вот этого. Вот такой. Добавим мы его. Не знаю. 30. Так, 50, 50. 100 плюс 30, 130. Значит, нам сейчас сюда надо будет 130 миллилитров воды. Ага, сейчас на сухую все это дело хорошенько перемешим. И добавим водички. Ага, 130. Месим один к одному. Сейчас быстренько это дело перемешиваем. И пока на минут 5 будет настаиваться, мы оборудуем ваше рабочее место. Все, пусть стоит. Ставим нашу подставочку. Ловить буду сегодня удочка 3,6. Оборудованы бабушками. Закрываем свой супер ящичек. Готовим снасть. Крючок один. Пока здесь трава. Поэтому постоянно какие-то зацепы. Посмотрим сейчас. Поводки у меня готовые там есть. Привязать не проблема. Просто вечерок скоротать. Часа два есть на рыбалку. Отлично. Так, садок пока не будем ставить. Соберем нашу тарелочку. Куда будем тесто ложить? Вот и все. Садок потом, если что-то поймаем.
если будет крупный рыб клевать, еще садок, сачок принесу под сак. Так, ну что, вот в принципе и все. Можно приступать к рыбалке. Сначала прикормка. Сейчас штучки 2-3. Вот таких вот колобка закинула. Вроде как прикормочных. Не знаю, так, не так делаю. А потом уже начнем ловить рыбку. Что вода упала. Еще меньше стало, что ли. Так, ну а это уже будет насадочный. Ну все. Ждем карася. Ага. Вот и первый карасик. Опа. Вот такой карасишка. Что? Можно садок доставать. Полотенце в такой рыбалке надо обязательно. Иначе будешь как свинья. Вот так одели. Опа. Ну, от нуля уже ушел, уже проще. Вроде еще кто-то пытается клюнуть. Да тут мелочь еще пузатая. Теребят постоянно. Поклевку сначала заметил по нижней бусинке. Потом, пока камеру включал, смотрю, уже все поперли. Карасик стандартный для этого места. Клевать пытается. Что-то очень осторожно уж. Опа! Еще карасик. Тень. Редко что-то клюет.
редко, но метко таких карасиков удовольствие половить. Вроде поклевочка. Ух ты! Прям какой-то эквилибрист. Шустрик. Сейчас закинул. 20-30 секунд поклевки нет. Перезаброс. Мальки махом объедают. Там плотвичка, наверное, еще шарится. Да карасяк. Карась не успевает. Попробовать колобки катать. Маленько-то поплотней. Сейчас попробуем. Ах ты. Обманул. Обманул, карасишка.